Линченко Людмила. Расскажите о мероприятии, как настроение, как атмосфера? Замечательное мероприятие. Ивана Купала. Я в прошлом году увидела этот праздник. Я участвовала в нем. Я была настолько рада этому празднику. Он настоящий. Он именно то, что нам нужно сейчас, в теперешнее время. Настоящее, красивое, доброе и, наверное, вечное. Вот. И я надеюсь, что сегодня точно такой же будет праздник. Веселый, песни, пляски, видеть настоящие лица, веселые, именно желающие именно вот такого отдыха, настоящего. Вот. Так что спасибо организаторам. Я так понимаю, что Яна Круглова занимается очень плотно организационными моментами. И спасибо Сочи Хаус, которые предоставили это место. Хотели что-то в другом месте, но невозможно представить себе этот праздник в другом месте. Только в этом месте должен быть этот праздник. Так что я думаю, что праздник удается, уже удается. С праздником вас! Сегодня в Донецкой Народной Республике, в самом центре столицы ДНР, Донецке, на набережной, проходят народные гуляния, посвященные празднику Ивана Купала. Здесь выступают вокальные ансамбли, можно приобрести сувениры от донецких мастеров, пройти мастер-классы, погадать и еще поучаствовать в многочисленных интересных мероприятиях. Совсем скоро за моей спиной будет зажжен праздничный традиционный костер, через который смогут прыгнуть все желающие. Екатерина Катина,